Так, Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы живете в Гольме. Да. Что у вас тут с утра было, рассказывайте? Ой, сегодня жесть была. Прилеты за прилетами, и вот рядом разорвалось. Ну, у нас как-то Бог миловал. Ну, а вот тут вот. Ой. Вот. Это когда у вас было? Это в прошлом году было. Это в прошлом году. И я тут ничего не делаю. Потому что, ну что делать? Если никому, некому делать. Во-первых, это не моя квартира. Это дочкина квартира. Я здесь живу. У меня вот по советской армии тоже окна выбитые. Все там затопили меня. Ну то ладно. Тоже все пропало. Все там погнило. Я перешла сюда жить. В дочкину квартиру. И вот это вот такие вот. Ну, я вставила за свои деньги вот окно. На кухне окно. Угу. В зале окно вставила тоже за свои деньги. А крышу-то сверху перекрыли? Ну, немножко, да, там мы за свои деньги тоже перекрывали крышу. Собирались с это. Вот. Тут тоже сделала окно за свои деньги. Угу. Тоже собирала потихоньку. В спальне тоже там это самое, у меня окна повыбитые. Ну, не у меня, а у дочки, конечно. Вот, тоже все. Это все. А сейчас у вас условия какие? Свет, смотрю, есть? Вода, что с водой? Ну, вода у нас вечером идет поздно. Техническая? Техническая, конечно, идет вода. Ну, 8 начинается идти. До скольки не могу досидеть. Угу. Зафиксировать, во сколько она заканчивается, не знаю. А так вот. Вот это такие дела у нас. Как думаете, закончится это все? Ой. Даже и в мыслях такого нету. У нас уже столько вот это вот. Мы на передовой. 10-й год. Мы на передовой. Ну, это сил нету уже. Уже сил нету. Сил нету. 10-й год. И мы на передовой. Нас обстреливают и днем, и ночью. Ну, что можно сказать? Терпение нам. Вот терпение. Просто терпим это и все. Больше что могу сказать еще? Что я могу еще сказать? Хочется тишины. Хочется, очень хочется тишины и мира. И не могу вам ничего сказать такого. Тяжело, очень тяжело жить. Уже 9-й год. 10-й уже. 10-й. 10-й год уже. Мы живем здесь на передовой. Представляете? Это просто. Я не знаю, вот здесь люди живут, вот самые такие стойкие, самые такие вот, ну, уже выдержанные, уже ждем, чтобы какой-то конец был. Ну, что я могу сказать? Не могу ничего сказать. Спасибо. Дети поразъезжаются, ни внуков не видишь, ни детей не видишь. И вот это так и живем. Ладно, сил вам и терпения. Надеюсь, что скоро все это закончится. Да, ну, ждем, конечно. Ждем, ну, я так думаю, что... Ой, Господи, Боже мой, как хочется детей увидеть, внука увидеть. Это тяжело, очень тяжело. Мы такое переживаем. Я вам просто передать не могу. Просто передать не могу, что мы здесь переживаем. Каждый день. И ночью, и днем, и утром, и вечером, как говорится.